Кировский депутат предложил выдавать сертификаты на новые квадратные метры тем, кто живет в аварийных домах. Это позволит одномоментно решить проблему с переселением кировчан из ветхого фонда, считает депутат Гордумы Александр Никулин. По его словам, несмотря на то, что уже заключены муниципальные контракты на строительство 4 многоквартирных домов, приобретено 495 квартир, а 99 кировчан получили денежную компенсацию за ветхое жилье, это все капля в море, говорит Никулин. Сроки постоянно сдвигаются, дома для переселенцев строятся по несколько лет, люди ждут переезда в зданиях, которые вот-вот рухнут. Поэтому нужно искать быстрые пути решения, покупать квартиры и выдавать сертификаты. В настоящий момент 2 с лишним миллиарда рублей на казначейских счетах зависло. То есть пока не будут построены дома, эти деньги не будут освоены. Следующий этап программы расселения из аварийного жилья также забуксует. До настоящего времени люди живут в домах, которые падают. Без отопления, без канализации, без водоснабжения. Мы должны принять все меры для скорейшего переселения граждан.